209Г, да? Вектор на вишью. 209Г появился на подскане. Я пошел на Heaven на гуристовский. А, в 209Г, да? Правильно я понимаю? Да, 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 да. Все, я надеюсь, никто не проваливается в 209Г из флота. Пока никто. Ну тогда Кроу, провались и втопи назад в гейт. И говори, что там нормально. На гейте. Я уже смотрю, пацаны разворпались. Вексор на дальнем. В 10 у Вексор был. На Макинавы на подскане. Раз, два, три, ищите, четыре. Ищите, ищите билты. Блять, ищите. Нужно, короче, по аномалькам тут выйти. Ищите, ищите аномальки, билты. Давай, тут две руды, я на вторую. А где Цифер? Мне интересно, он же вроде трушный интер. Он ищет кару, не мешаем ему. Кроу подварпала при моем отварпе на 3-0. Сейчас будет возвласками смотреть. Пацаны, мы кару не продавим. Мы на кару так, не я на лед пошел. Ловить, блять, может на льдоне. Давай, давай, давай. У нас активация. Кто там? Кто прошел? Там Кроу, я докладывал. А, ничего страшного. Если что, кто-то... Ох, блин, тут вреки, но уже они съебались. Лочим, лочим. Так чё лочим, вреки-то, а чё? Солнце ещё и Штар, помимо Вексора Нави, сканится. Чё на льде? Ничего. Ну, чтите, здесь танки-то нету, куда они все могли уйти, на посы? На льде никого нету, говорю. Нету никого. И на аномальках никого нет. На аномальках в реке остались. Они все ушли куда-то. На посы куда-то. Ну уж шуганули, они уже не выйдут. Пардон. Ну что тогда дальше или здесь есть? 209Г проходит флот. Вы идите дальше тогда. Идите дальше. Маршрут. Варпаем на GU. GU варпаем. Нет, не продают. Да, мы есть цифры. Мы же тот бобер, который сканер. Мы здесь. Мы здесь все поляжем от кары. 8 прыжок цифр. Ну, также 12 для меня нейтралов, в общем. Пробуй ищем. Словить, пробуй словить. Штарость на подскане в GU. Пробуй найти его, наверняка крабовский. Я пошел на лед. Кроу, пройди глазами в GU стоя. Говори, что там происходит. Ну, Кроу, которая учится. Тоже съебались. У них это куча вреков, никого. Проходим в GU. На Сантум слетаю, посмотрю, может на Сантуме кто, я не знаю как их. Варпаем на SDM. Дальше идем уж. Это вы в SDM, да, были сейчас? Я так понимаю? Не, в JU мы были, сейчас в SDM пройдем. Да, да, это самая жирная система, правда. Нас давно уже спалили, помню. Вы обязаны там кое-как. Ну обязательно кто-нибудь должен заслупочить. Ну, может, не может быть больше с интерапа заходить сразу, тут аномалик дохуя, мы просто не успеваем. Успеваем все проверить. Так я всем интерам дал команду идти ну, ловить. Да, все, кто интерам могут, заходите в аномальки, поразглядайтесь. Я извиняюсь просто, но... Конечно.
Конечно, мы как только появились, они, если кто не просто упочил, они, естественно, поймут. О, пришел этот malediction с вашей стороны, видите? Да, да, да. Ничего страшного. Глазами встаньте в SDN. SDN, сколько тут? 13. А, нет, 12 нейтралов. Да это не важно. Варпайте сразу. Сразу ищите крабов. Весь расчет на трушность интеров. Пробуем, я на Сантом иду. Я хевенки уже проверяю. Мы даже яйца не перехватим, блядь. Но уже два прыга было, уже он должен был успеть уйти. Один Сантом не тронут. У меня три Иштара на подскане. Чите, это крабовое дерьмо, все. Пробую. Да мы знаем, только в реках даже нигде нет. А-а-а. Вот как. Странно. Очень странно. 10 тысяч, короче, здесь за последние убили сутки. Здесь сверхкрабовая система должна быть. Минус 0,9. Вы чё, как здесь не может быть в реках? Шутка, что ли? Не, уже появились, есть. Поменял. Но какая щит, разница? Слишком щит, долго щит. Варпаем уже. 5 раз 6 щит, варпал. Щит. Любой тормоз уже уйдет. Щит. Может уснул. Я на станку слетаю, посмотрю, может там хоть какой-нибудь это. А слушайте, а надо бы залетать и бублить, блядь, ебаные станки. Вот что надо делать. У нас нету сабра. У нас нету водителя сабра. Сейчас новый ДС будет. Так, здесь каракал. Оп, ушел, блядь, сука, не успел его это. И ушел, похоже, куда-то на пост. Дес новый в раткасте. Там вы никого не можете поймать, да? Не можем. Мы уже долго варпаем, они уже. Ну все. Проходите назад к нам. Летим назад. Здесь нужны более скиллованные интеры, по всей видимости. Ну ладно. Ну, может быть, мужики женить взять. Ну ладно, ладно. Варпайте, проходите в нашу систему, смотрите, что там 29G. Ну, у вас там malediction, может быть, или вы их не ловите там? Да, тут клава малек. Варпаем на... Там нет ничего? Варпаем на следующую гайку. На гайка чиста в 20 сейчас 96. Правда, команды не было, но почему-то большинство стадным инстинктом почему-то уварпало, блять, да. Гриффина. Это, конечно, очень печально все. Ну Гриффин, блять. Что я отварпал. Если может кто поймает. Меня. Я иду по десту просто. Короче, гиты чисты, а локал... Идите по десту, идите по десту. Локал тот же. Под сканом вы плохо ищете. Я понял уже. Будем пробовать кого-нибудь закинуть в другом месте. Или напасть. А, Гриффин стоит. Я попробую с той стороны сейчас поймать, если удастся. Варпаем на И-30. Ну-ка, подождите, здесь что-то народу дохуя. Подождите, не варпайте, топите в гайку джиу.
Бил. Разгон на... Разгон взяли на гайку на желтую. Взяли разгон. Варпаем по команде. На счет 3. 1, 2, 3. Варпаем. На следующий гейт. Они могут что-то собрать на нас, так что нам нужно держаться вместе по возможности. Докладывайте интеры, что там в этой системе. Бай 33 минуса. Баскан чистый. Кроу только что-то варпал. Вражеский. Здесь есть вражеский флот рядом. Будьте бдительны. Без команды не варпать никуда, как это было 5 минут назад. Блин, на подскане аватар в ВФК-системе. Ничего страшного, у нас бублей нет держать и давить его. Ладно. Проходим желтый гейт. И разгон на ВФК. Нас могут дропнуть с титана. Так что надо сейчас двигаться вместе. Быстро, слаженно и аккуратно. Дропнул здесь локал всего 13 человек. Ну это он сейчас 13 человек, а через, блядь, секунду будет 500. Понимаешь? То есть, хорошо, ну, ладно, хорошо. Вот. Ну, гиты чисты. Короче, на подскане вот этот ебаный аватар. Так, собственно. Мы сейчас летим по вражеской территории в кольце врагов. Хорошо. Еще не умерли, как бы. А разве команда была не разгон? Варпаем ВФК. Варпаем. Сварпываемся. Будем проходить скоро. 2Р, а 10 гунов, нейтралов. Под скан не вижу никого. Пытаюсь сейчас по аномалькам снова идти тогда. Да не, вы вряд ли поймаете кого-то на аномальке. Тогда надо... что делать? Дальше это, идти, это, не это, ловить, это, как это надо. Это надо быстро пользоваться подсканом, чтобы был шанс хотя бы кого-нибудь заловить быстро. И маленькая удача. Ладно, ну, хорошо, иду дальше и тогда. И удачи. Долго это, хорошо, иду дальше тогда. Да. За два прыга. Быстрым маршем двигаемся. Проходим систему. Разгон на 2Р. Долго проходите, ребят. Долго. Мы уже варпаем на 2Р. Да я флоту говорю, не интером. Интер отдельно летят. Варпаем. 6 нейтралов все CPUS. Ну, собственно, их, по-моему, сколько же и было здесь. Что-то даже, больше было? Даже ни один флотик еще не встретили вражеские. Вилки есть у нас? Вилки поставь. Могут быть другие 6 нейтралов. Вилки есть? Мотор есть, электронщики? Хуёво, очень плохо. До 6, 2 нейтрала. Летите дальше. Дальше хорошо. Ну, короче, пусто пока что. Гиты чисты, ничего не поменялось. Сейчас в лоу завалимся. И подскан тоже подозрительно, совсем пустой стал. Херон на подскане. Сейчас улетели из крабовых мест, потому что там нечего ловить. Карпаем в цепи. Варпаем на гейт ЦП. А шашка пусто, лака вообще никого. И стоим там, дети.
Сейчас будет новый деф. Один нейтрал и 90. Сейчас будет новый деф. Деф браткасте новый. Мы туда в жопу не полетим. Проходим. Блин, ну кто так долго сварпывается-то? Что за слоупоки, ребят? Проходим в ЦЦП. Уже давно приварпали, какие-то отдельные личности, которые пиздят в чате, летят, ну, отстают там, ну, точно минуты на две. Дэс, брат, Кастя. Даже больше, да. Это не годится никуда. Варпаем на D06H. C8CHY1 нейтрал. Дэс, новый брат Кастя. Мы по новому бродкасту идем. На всякий случай напомню. А сканчист не бежать. Ну тут с танком, скорее всего, на танк сидит, короче. Не, ну кикнули кого-то с флота, и чё? У нас уже полчаса прошло. Так, Раир снова. Слушайте, у меня там много плюсов. Я там как бы сейчас могу сказать локал, но... Ловить никого не смогу. Может меня пинать ногами, в общем, не знаю. Я за тебя буду. Да, да. Если плюс, просто не стреляешь. Не надо постоянно озвучивать. Это лишняя информация. Проходим в гейт. Локал 7 человек. Проходим в гейт. Подскан чист. Мы сейчас попробуем поймать каких-нибудь там пиратиков, может быть. Под центрями, хер его знает. Раир тоже, гейты чистые, подскан. Здесь вы вряд ли кого-то зацепите просто. Варпаем на следующий гейт. G95, 2 нейтрала. Угу. Вот тут также в G95 это учиха, которого пытались поймать. Он мне плюс, это пираты, как бы немцы. Ну, блядь, не знаю, они, короче, ждут вас тут. Кто, где, кого ждет? Спокойно, я тише. А, G95... Пираты какие-то немцы, о чем ты говоришь? G95, вот тот арест, кто-то который... Кто-то ждет нас. Блин, ты можешь нормально объяснить? Извините. Какая система, Линкани? Где ты? Кто? G95. На какой гайке? Линкани, это не по ДЭСу. Какой ты система? Нет, не по ДЭСу. Почему не по ДЭСу-то? У все всех самый короткий путь. Проверяем. Все подойдет, тут не надо. Открываем. Еще Тенго есть на подскане. Ушла Death, уже, пока Death, мы с вами Death, перерекались. Death, брат, заткнитесь. Дэс, брат, Кастя. Все пираты немцы, действительно. Сказал так, пираты немцы какие-то. Кто могут быть, кроме немцев? Уже не важно. Короче, тот арест, которого вы искали, они здесь ошивались, у гейта. Ушли. Иду в GC, короче, дальше. Проходим в гайку. Проходим в гайку. 9 нейтралов, GC. Гей чист, подскан. Варпаем на А8. Каталисты на подскане. На А8 варпаем. Я тоже не знал, кстати, что мы ищем арест какой-то. Это для меня тоже новость. Ну ладно, извините, вы его пытались поймать, GC, но сейчас возвращаемся через эти же системы. Чего вы привязались? Да, стало походу не подвесным. Как не подвесным? Мы чешем, путем идем. Какая у тебя последняя система? Какая? Последняя система у тебя какая?
Литомадан. Вот. Проходим. Проходим в гайку. А8. У нас сколько прыгов сейчас показывает? Разгон на следующее. Встаем. Да, все правильно. Варпаем на следующий гейт. Да. Сети рэш. Варпаем. Проходим в ЦАЖ. Че ты интеры замолкли? Давай второй интер. Давайте второй. Я просто подожди, у меня пока есть один прыгов. Извините. Давайте второй интер немного поговорить все-таки. Как вы на это смотрите? В жизни успеть увлекся тенгой, просто надеюсь, ты сюда летал в этой системе, туда-сюда, в клоке. Поставь точечку, пожалуйста. Второй интер. Еще да уже ушла, Самаэль. Все, я лечу дальше по десту. По крайней мере, для меня это следующая система из 695 Кли, КЛ-Y. Варпаем на следующее. КЛ-Y чисто. Про запас линканити, где флот. Интер еще раз все точки поставьте. У меня один интер выпал. Он отключился, что ли, просто из флота? А СС этот интер, куда он делся? А, пусть СС вас сейчас ведет, потому что у меня тоже, как у фломастера, Дест был. У меня тоже. Вы просто нам мозги затрахали. Вы знаете, вот мы идем просто это по Десту. А его нету. Же... Давайте проходим. СС выпал. Угу. Поэтому я и молчу. Я не знаю, как... СС ушел с флота. Копаем на следующий гейт. Кто у нас сейчас скаут? Я молчу, потому что вроде там другой сейчас интер должен говорить. Меф тоже не... Меф, как и ты, я улетел вместе с тобой в одну систему. Ну, то есть мы... Я вот сообщаю, короче, флиткому, что как бы если у нас здесь не тот, мы молчим, как бы ждем команды. Внимание, тест, брат Кастя. Да мы знаем про тут разных систему по-разному. Проходим в систему Б... ну, проходим систему BDV3. Нажимаем буковку А во флоте, где маршруты. Выбираем самый короткий, игнорируем. У нас это стоит. Цепаки ушли уже за 5 прыгов. У нас совершенно другой дест из-за этого выстроился. Избегать места недавно двигали капсулы. Вот. Предлагаю, извиняюсь, где-то встретиться. Догоните флот, да. Во флоте линкануть систему, я лечу туда. Догоните флот, да. На гаечку ВВ. А, сейчас расскажу, как найти флот. Я уже нашел, все, спасибо, сейчас. Ну не надо, ты здесь не один. Давай не будем вот. Давай без этого, пожалуйста. Нажимаем F10.
Нажимаем где здесь. Там будет вкладочка такая. Моя информация. Панель настройки параметров карты. Моя информация. Члены моего флота внизу. Вот таким образом вы можете найти флот и, как бы, собственно говоря, догнать и так далее. Потому что мы летим на крузаках, вы летите на интерах. То есть это нужно делать, блядь, по умолчанию, если у вас что-то криво стало. Тем более я диктую, читаю каждый гейт, куда мы проходим. Каждый гейт читаю. Догоняйся. Ну что, догнали? Еду к вам сейчас, секунду. Вы поняли, да, как членов флота искать на глобальной карте? Да. Просто это довольно ужасная ситуация, когда интеры не могут, да, дес проложить. Нормально. Ты нас сам отправил вперед. Мы летели вперед. Дес выставился по-другому. Ну вот, вот это ужасно, что у вас выставился по-другому. Тебе в чате пишут. То лоусеков все да, чисто. Да. Варпайн на следующий. Проходим в систему, варпайн на следующий. Это, конечно, просто ужасно. Ну ладно, извините нас, что у нас теперь... Да ладно. У меня тоже самый кратчайший путь. Это вылет не ЕФС, я не буду вас даже инвалидами называть и оскорблять всячески. Это не правильно. Спасибо. Мы уже привыкли. Я не буду вас оскорблять. Сейчас будем, через 2 минуты, что... Вчера ушли в другую сторону из-под флота. Какой цирк. Еще главное, я виноват. То есть, вот, что больше всего... Вот, да ну, мы смешит, виноваты, мы летим, чё, мужики. Что но... больше смешит, это виноват флит-флитком, что, блядь, вы не можете сделать элементарную вещь. Это просто ужасно. Просто ужасно. Еще пройдите в X. В XQ кто-нибудь пойдите. Ну и половинка, и втопите назад. Что мало ли флотик какой-нибудь пойдет, нас здесь накроет. И втопите просто назад. Гаечку. Все, хватит проходить. Достаточно. Ждем интера. Ну я не могу, извините, я не могу так лить на крузаке Тенге летать по аномалькам. Мне плохо получится. Задача интеров. Ну что, интеры долетели? Я в CH9. Вот, линканул вам. Дест проложился. Долетите до нас и щелкните еще раз по десту. Он в бродкасте. Чтобы у вас там нормально все стало. Ну что, есть? Да я уже по вашему лечу и так по прямой. Там-то нет проблем. Все летят, все скажите. Все это летят. Мев говорит, в крайнем случае. Никто не заблудится опять? Не заблудится, мне до вас еще один проект, там через один проект я сейчас... Все, и прокладывай. Вот, заходи в систему и прокладывай. Кто должен скаутить, заблудились в космосе. Мы не заблудились. Ужас. Ладно, прокладываем. Проходим в XQ. Проходим в XQ. Кто уже прошел, естественно, ждете там нас. И варпаем на следующую гаечку. CR.
Проходим в ЦР. Интро идут впереди, рассказывают, как у них там погода. Я извиняюсь, ну, слушайте, мне... тут два пришли на гайку. Сейчас, что такое? ВВКД? Линкуй, линкуй, не надо читать. У каждого по-разному дест прокладывается. Я иду сейчас ЦР гайку. Р2 варпаем на гайку Р2. В ЦР уже варпаем. Флот. Ну да. На Р2 варпаем гайку. Интер где? Сварпаемся на гайку Р2. Где Интер? Я прохожу вперед, сейчас, секунду, уже прохожу в гайку. Тут, по всей видимости, один интер говорящий. Я не знаю, что все молчат, извините. Не знаю, я уже в R2 прыгаю. Че? Хорошо, проходи в R2. R2 пусто, никого нету. Все проходят в R2, интер варпает дальше. Все проходят в R2, интер варпает дальше. Идем дальше сейчас. Логист есть у нас один, да? Или ушел уже? Все варпают на следующий гейт, GM. GM. Один нейтрал, GM. Не подскань никого. Да и хрен с ним. Смотрите, что там в лоусике. Иду дальше. Кто интер не слоупок, вот опытный интер цифер, смотри, пожалуйста, что там в лоусеках в этих. Там часто кинут. Сейчас посмотрим. Оп, так, Арис Гоновский. Ну-ка, может, у меня сагрится. Хуй с ним. Ну ладно, хорошо. Может быть, попробуй там что-нибудь. Он туда же к нами по десту идет, куда и мы сейчас. Угу. Какой он там? В GM, да? Был в GM, сейчас уже в 9.3 PL. Ладно, он от меня убегает, проходим, он проходим, боится. Проходим. Короче... Проходит в гаечку, варпает на следующее. 9.3, только вот один интер, больше никого. Ну, Гоновский. Угу. Так, прохожу в Саранин. Саранин 6 нейтралов, но здесь свой интер, вот 531, там 294, это же свой кто-то из нашего флота. Подскан чист. Тут три станки, они могут быть на станках. Я не знаю, по аномалям стоит, нет, прыгать или тут это. Я прыгнул уже на аномальку. Просто там кто-то говорил, что какая-то мочала фармила, но я решил про запас. Да. Если поймаете кого-нибудь, это будет как бы. Ух ты, куча кистрелей на подскане. Я тоже тогда пошел на аномальке. Может где-то эта хуйня один. Сейчас, секунду. Единственный. Какой? 93P, да? Нет, сигнатур полно. Мочалка на сигнатурке. Где? Какая система линканите? Саранен, про нее говорили. Могу сигнатуру насканить. Заходим. Заходит флот. Аномалька пуста, а сигнатурка наверняка мочала. Кстати, сидит спокойная. Аномальки уберут. Варпаем на Саранен. А на руде ты был? Там агенты пятого да, уровня. Да, на руде где-то. Тоже. Там агенты пятого уровня. Попробуйте поймать. Как но, мы? Но у нас это, пробок-то это, нет, это... подождите, вы интеры же. Блять. Давайте, блять, не перебивать хотя бы, а, пожалуйста. Пробки, говорили, есть у Бобрика. Не комбатки.
Что, пробуйте там заранее ничего не сделать. Смотрите. Так, аномальки пусты, а тут три станки, а подскан чист. Так как пробок нет, я, наверное, дальше туда пошел, потому что... Да, да, проверяйте гейты. В лоу в основном гейты. Аномальки в лоу это так, это от дьявола. Пока что оба гейта чистых, я тогда пойду в Карджатамон. Поправочка, мочало все еще на подскане в Саранане, но она возможно на косе. Она на подскане с аномалики спокойно повидится. Ничего страшного, пробок нету, забейте. Проходим. Только что говорили, есть пробки. Проходим в Саранин. Обычные есть, комбатов нет. Комбатов если нет, она на сигнатурке, сканируешь сигнатурку и идешь на сигнатурку на нее. Она на миссии, я больше чем уверен. Варпаем на следующий гейт. Карджатамон, два нейтрала. Интересует гейты, в первую очередь. Секунду, гейты пусты пока, сейчас смотрю на другом. Но Карджатамон это же лоу такое. Мы летим в лоу, нормально. Нет, все. Нет, еще в это в Саранине, там 0-1, по-моему. Логисты есть? Или ушел. Есть, да? Ну, в случае чего откачаешь в центре. Готовься. И тут и там пусто, короче. Карджатамон пусто. Здесь танки, они могут сидеть все на станках. В случае чего готовься качать в центре. И лети с флотом, пожалуйста, логист. Не отставай. На раз. На пускании Штар, Тенгу. Угу. Лексики. Проходим в Карджатамон. Варпаем на следующий гейт. На раз. Ну Ибис пришел на гейт в Нанарасе на гейт Тама. Соответственно, стоит на меня смотрит. Я не знаю, лову его убивать нет. Убежал. Не вздумай где-то агриться. Хорошо. Переключили на желтый рычаг. Рычаг безопасности переключили на желтый. Без логистов. Фрегаты ни в коем случае никого не агрите. Вас разнесут в центрике. Если это не огрённое. Не имей привычки, пожалуйста, перебивать. Спасибо. Проходим на раз. Гейт. Не забудьте переключить рычаги. Логист у нас есть, так что можем кого-нибудь, в принципе, убить. Очень страшно. Слушайте, извиняюсь, у меня опыта мало в лоу. Нам интерам сейчас какая задача? Агрить просто чуваков. Просто, да, у вас задача разведчиков. Разгон на Тамо. Разгон на Тамо. Докладывайте, что в Тамо 11, находится. Интересует, что в Тамо. Варп на Тамо, флот. Интер докладывает, что в Тамо. Локал 10 человек. Угу. Гейт входящий пустой. Все смотрите. Да, огрёнок. Подскан и Штар. Смотрите, что находится на гейтах. По разным гейтам поварпайте, посмотрите. Один гейт проверили, второй гейт. Не обязательно только, который по десту идет. Ладно, сейчас, секунду. Дест в браткасте. Дест в браткасте. Летаем, ищем. Огрёных нету. А, гейт, значит, по десту пустой, это в Таме. Проходим в Тамо, проходим. Хочу на гейт на нарас слетать, там посмотреть. Пошли дальше. Я туда уже лечу. В проварпе смотри под сканом. Включись в этом варпе. Разгон на энтомандан. Смотри под сканом прям в варпе. Говори там, типа, о, все чисто, мы там раз дальше пошли. Варпаем интомандан.
Вот, желательно, чтобы, конечно, все интеры участвовали в этом в общем деле разведки и поиска целей. Ну, два интера сейчас и участвуют. Угу. Просто у нас третий есть еще интер. Если что, так, секунду. Так, а третий, вот 531-294 вот у нас во флоте, впереди нас идет. Это кто? Вот он и есть третий интер. Он идет впереди нас вообще. Вообще впереди. Ничего страшного. Это нормально. Ладно, хорошо. Короче, там один нейтрал. Уже давно улетели. Какой там, Вадим? Какой там? Не там, а Литен Мандан. А. Проходим Литен Мандан. Вентура в Литен Мандане появилась. Очень важная информация. Варпаем, что? Варпаем на Дарас. Дарас, 3 минуса, гармур на подскань. И сестерские пробки. Иди ищи. Иди лови гармуру. ВК. Че-че-че. Продли тест. Дарас, система. А дальше? Дальше постоим, подождем. Дальше постоим, отдохнем чуть-чуть. У гейта. Можешь запирать никого. Гармур возле станки. 35 километров. Выведи нас на него. Подлети к нему поближе. Ага, ну ладно. Он сразу оттопил на 60 и ушел. Проходим Дарас. Гармур пришел на гейт Атай. Стоит в 107 километрах. На меня не агрится. Друг на друга смотрим. Без движения стоит. Варпаем сотку на станку. Нет, топит 400 километров в секунду. Блять, на месте стоит или топит? Ладно, варпаем на станку в сотку. Варпаем в сотку на станку. Во-первых, на станке пусто. Дарасе. Варпаем сотку на станку. Ушел на станку и Шукон Вач. Вроде. Варпаем на сотку. Станку. После того, после сотку на станке, варпаем сотку на отлетело. 50 на тарелке. Ну там гармур был, да? Так он же ушел. Он задокался вроде, или... Он сюда не прилетал, я был здесь. Значит, тогда на спот ушел. Так он уходил или нет? Ушел он со станки, тьфу, с гейта. Ну а чё вы не говорите-то? Говорим мы. Он сказал. Я был возле станки, ждал его, и он не появился, мы все сказали. Вот он пришел. Он остался. Вот он, вот он пришел. Мерите. Он стоит же. Варпаем на сектора. Варпаем на сектора, который у гармура. Варпаем на сектора. Сектор топи меня. Не ушел. Ушел на Талео. Он белый, он белый, конечно. Не вздумайте схватить его. Его могут атаковать только эти крузаки. Интерам не атаковать его. Во всяком случае, первые должны атаковать крузаки. У меня медиум шел бустер есть, я чуть проживу, если даже схвачу. Я понял, не атакуем, не просто пытаемся развести его. Понял? Сейчас. Варпаем в сотку на гейт. Варпаем в сотку на гейт. На секунду его видел здесь, но большого нет. Походу он отварпал сразу. Да прошел он уже. Интер у нас очень умный. Прошел. Еще отточить центрики. Это у нас нет деста, нам если... Сейчас будет дест. Чего вы так переживаете-то? Извините. Ставим маршрут менее безопасный. Варпаем на гайку Интер Мандан.
Во, волнение, красненький есть. Где-где, погромче. Вон он у меня. Легион, Фобос, Аназа. Пинкани систему, тебя очень плохо слышно. Во флоте. А, все вижу. Это всего в двух прыгах. Ну давай попробуем. Поймал Лего. Кто он там, где он там? Я давай, пошел на помощь, это короче. Варпаем тогда, новый дефт. Отлетело этот, ну вымпу, короче, а потом ваунен. Попробуйте там сделать. Интер идет вперед, сейчас попробуем поймать побочек. Где он там? Какой красненький? Кто это? Где это у него? Варпаем. Дефт проложили. С другой стороны гармур белый. Белого не трогать. Конечно, не трогай хрисек. Все улетели. На Унин варпаем. Че там, кого держит наш интер там? Говорил про Легу. Никого. Ушел он вроде там. Жень, ты держал Лего, он прошел в гейт или че он? Че там? Че там случилось? Я раз задампил. Че сделали? Раз задампил его. Проходим ваунен. Проходим ваунен. И втопили назад в гаечку. Пошли, втопили в гаечку назад. Стояли. Я через инпу не могу летать, у меня уфлар. Так что я думаю, как бы получше приложить. Давайте по лоу. Да, мы сейчас так и пойдем. Я пока по станкам, может, пока поразвожу. Они же на станках сидят, вот эти пираты, я так вижу. Не надо. Ладно, хорошо. Они не поведутся. Ладно. Пирать здесь, наверное, не будем. Так, маршрут менее безопасный выставили, все. А везде галочки убрали. Пойдем по лоу. Тест в бродкасте. Заходим в гейт. Керис. Готовимся. Это свой керис, что ли? Не свой, я не знаю, кто это. А, свой, подождите, свой. Это керис, это вышел из флота. Что-то у нас совсем мало народу, по-моему, осталось. Заходим в желтый гейт. Заходим в гаечку. Варпаем на Дарас.
Да раз, один минус. Мил, все тот же. Что такое минус? Нейтрал минус враг. Ну, а вреный в смысле? Нет, враг просто. Привычка с прови, ладно, нейтрал. Заходим за раз. Сколько у нас народу-то осталось, кстати? Потому что нам уже пора закругляться. Разгонен командан. Я шестой. Варпаем на интемандан. Интемандан 2 минуса. Паскам сюда же чистый. Праулер только что... Да, цеплять пройти в гайку к вам. В Дарас. Прошел в Дарас. Праулер. А нам можно пиратить интерам или нельзя? Не-не, не надо, разнесу центр. Заходим на чемодан. Разгон на следующую гайку. Разгон на Тамон. Лучше было бы пройти, конечно, через МПУ, но извините, офар. Мы не можем. Варпаем на Тамо. Там 11 минусов, куча станок, подскан чистенький. Ну, будет по всей видимости, да? Могу по станкам полетать, вдруг повезет. Да нет, докнется. Такой нету альфа, чтобы сносить. Тут систер коры пробы, соответственно, кто-то сканет здесь. Пока еще нету. Ничего страшного. Пускай делают, что хотят. Проходим в Тамо. На раз, 10 минусов. Варпаем на следующий рейд. Тенга. Анафема. Тенга все та же, которая здесь была, но здесь есть боссы. И пятых агентов крадет. Можно было посканить, если был бы сканерщик. Астер еще появился. Проваливаемся в гейт. На раз Астер появился на паскане. Да не важно. Мы ищем кемпы, короче. Мы ищем огренные кемпы. Он проходит ищем, каража. Ищем цели. То есть это не интересно. Это на паскане. Главное, чтобы не было каких-то огренных. То есть не ловить его даже? Ну ладно. Ну он огренный, если лови, конечно. Нет, не огренный. Разнесут в центре себя. Дребезги. Ну нет, ладно, не ловить. Боится двух интеров просто уходит. Ты можешь сделать себе флитовер прямо сейчас, если хочешь. И все, кто как бы хотят, но никого не держу. Все, кто хотят флитовер, могут делать флитовер себе. Сами себе только. Извините, вы про что? Завершили хоть вылет, что ли? Или что? Что значит флитовер вы хотите? Да нет, нет, они в этом, в чатике пишут.
Я бы еще полетал, в принципе, че. С арен, на сарен варпаем. Ну, если, конечно, там кто-то есть. С аренами один минус. И вторжение тут. Не интересует минусы. Интересует огрённое. Открывай. Значит, повторяю, это... вторжение, поэтому будьте осторожны. Непись сразу 10 скрамблет убивает. Угу. У нас логистов нет, могут умереть. А логисты шел тоже? Ну, там писали во флоте, какой-то минус один логист раньше был вроде. Угу. Даже если один логист, он не вытянет. Ладно, хорошо. А скажите, я просто мало очень опыта в лоу, может быть нам пустить каракан какой-то разводной или еще, чтобы типа это, а то интеров они боятся, от нас все будут все. Ни одного не увидели огрёного. Кто должен бояться?